На совещании разговор шел о необходимости учитывать прогноз об ожидаемом временном повышении температуры воздуха. Также уточнялось, как в управлении ЖКХ идет реагирование на жалобы и обращения жителей. Павел Алексеевич, вот вы сказали, что сейчас еще отрабатываются заявки граждан. Мне тоже ВКонтакте очень много поступает. Там, где пишут, что в одной комнате батареи теплые, в другой по старикам они холодные. Вы отрабатываете все эти заявки? Естественно, мы сразу передаем в управляющую организацию для перепуска системы, перезапуска системы отопления. Другая тема – пожары и борьба с ними. Отмечалось, что в 2019 году больших лесных пожаров удалось избежать. Приведена была и статистика по этой теме. Анализ проведения совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щелково, Главным управлением МЧС России по Московской области, показал, что за 9 полных месяцев этого года у нас на территории произошло 603 пожара. Наибольшее количество пожаров произошло на территории города Щелково. 350 пожаров. На совещании отмечалось, что за истекший период на 27% снизилось число травмированных на пожарах с 11 до 8 человек. Однако одновременно возросла гибель людей на пожарах более чем в 2 раза – с 4 до 9 человек. Самым трагическим был пожар, который случился 5 апреля, когда в своей квартире в деревне Трубино погибло 2 детей и 1 взрослый. Следующая тема совещания – итоги проведения в 2019 году благоустройства территорий. Так, по состоянию на 10 октября работы завершены в 24 дворах. Это зафиксировали председатели многоквартирных домов и представители инициативных групп. Для осеннего периода важна и другая тема – диспансеризация и вакцинация населения от гриппа. В настоящее время в городском округе Щелково поступило достаточное количество вакцины против гриппа для детей и взрослых. Вакцинация проводится в организованных детских коллективах, на предприятиях пищевой отрасли и транспорта. Все желающие могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства. На 10 октября 2019 года в городском округе Щелково прошли вакцинацию 21 900 человек. Андрей Цеходович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.